Здравствуйте. Я учитель информатики Назарбаев интеллектуальной школы, химико-биологического направления города Павлодара Ермекова Айнагуля Мангельдинна. В нашей повседневной жизни мы сталкиваемся в разных сферах деятельности человека с обработкой больших объемов информации. Поэтому мы на уроках информатики изучаем массивы и алгоритмы сортировки массива. Что такое сортировка массива? Сортировка массива – это расстановка элементов массива по определенному критерию. Чаще всего встречается сортировка массива по убыванию, по возрастанию или в алфавитном порядке. Сегодня на этом уроке мы с вами познакомимся с самыми простейшими алгоритмами сортировки массива. Это алгоритм пузырьковой сортировки и алгоритм выборки. Я приглашаю вас вместе с моими учениками попробовать изучить алгоритм сортировки массива. Любые знания строятся на повторении, поэтому повторим теоретические вопросы, связанные с массивами. Здравствуйте, ребята, присаживайтесь. Давайте повторим тему массива. Я хочу вас пригласить вот сюда для разминки. Игру «Горячий мяч». Цель игры – повторить тему массива. Ваша задача – задать вопрос и, естественно, ответить на вопрос, который был задан вам. Итак, первый вопрос. Что такое массив? Массив – это структурированный тип данных, который состоит из упорядоченной последовательности однотипных данных. Для чего используется массив? Массивы используются для обработки больших объемов информации. Например, в задаче нахождения самого низкой температуры в январе мы используем алгоритм нахождения минимального значения элемента. Какие виды массива существуют? Бывают три вида массива – одномерный, двухмерный и многомерный. Что такое индекс? Индекс – это порядковый номер элемента массива. В чем особенность одномерного массива? В одномерном положении массива задается одним индексом. Дамир, расскажи о двумерном массиве. Двумерный массив – это структурированный тип данных, в котором положение элемента задается двумя индексами. Айжан, назови заполнение вида массива. Массив можно заполнить по формуле, случайным образом и ввести данные вручную. Железноколь, какие есть базовые алгоритмы для массивов? В массиве можно найти сумму элементов в массиве или среднее значение элемента. Например, среднюю температуру в июне. Какие данные хранятся в массиве? В массиве данных хранятся символы, числа и вещественные данные. Мы действительно знаем определенные алгоритмы для работы с массивами, но я предлагаю вам посмотреть, чем сегодня на уроке мы будем заниматься. Посмотрите на эти рисунки и скажите, что общего вы видите на этих рисунках. Кто хочет сказать? Ребята, попробуйте определить вместе с моими учениками, какие виды сортировки представлены на этих рисунках. Айжан. Отсортировали по числам, а во втором уже по фамилиям. Хорошо. Таким образом, речь идет о чем? Речь идет о сортировке, о методе сортировок. То есть сортировка, по моему мнению, это процесс упорядочивания элементов по какому-либо условию. Давайте, ребята, откроем тетрадь и запишем тему сегодняшнего урока. Сортировка массива, точка, методы сортировки массива. Цель сегодняшнего урока – нам нужно научиться писать алгоритмы для выполнения сортировки двумя методами – методом вставки и методом пузырька. Запишите цель сегодняшнего урока. Изучить эти два метода сортировки массива я предлагаю вам пропутешествовать по следующей карте. Наше путешествие будет проходить согласно этой карте, где мы будем останавливаться на определенных станциях. Прежде чем приступить к исследованию алгоритмов сортировки, необходимо после устного повторения проверить наши знания о массивах. Поэтому начнем разминку. Начали свое путешествие, я предлагаю разбиться на пары. Подойдите, пожалуйста, и выберите себе. Разминка состоит из 7 вопросов. Вы можете сразу проверить себя вместе с ребятами. Цель разминки – повторить алгоритмы заполнения массива, описания массива и определения разновидностей массива. У меня
45, 48, 46. Итак, что у вас получилось? У нас массивы 36 и массив 34. То есть у вас слово массив получилось. Вы будете первая пара, найдите, пожалуйста, свою дистанцию. Так, у вас? У нас получилось слово элемент 13 и 11. Элемент, слово, вы будете группа номер 2, пожалуйста, присаживайтесь. У нас получилось номер 48, 46. Отлично, группа номер 3, и у вас, девочки? Индекс. Индекс, у вас будет группа номер 4. Для того, чтобы прошли станцию разминка, нужно набрать определенное количество баллов. Сейчас у вас на столах есть бланки, где вы будете, запишите свою фамилию. И возле каждого вопроса будете писать ответ и сразу же себя проверять, то есть ставить плюс или минус. Вы готовы? Да. Все, тогда начинаем. Первый вопрос. Порядковый номер элемента в массиве. Пишем ответ. Все записали ответ? Сразу же проверяем и ставим себе плюс или минус. Какой массив здесь представлен? Какой массив здесь представлен? Напишите ответ и поднимите голову, чтобы я видела вашу готовность. На рисунке представлен многомерный массив, так как на этом рисунке представлен первый индекс, второй индекс и третий индекс. Ну, можно было быть поточнее, трехмерный. В принципе, ответ многомерный тоже можно засчитать как правильный. Следующий вопрос. Опишите одномерный массив для хранения фамилий 10 учеников. Опишите одномерный массив. Имя массива выбираете произвольное. Я описала массив A array от 0 до 9 of byte. Как вы думаете, ребята, правильно она написала? Нет. Я описал с 1 до 10 of string. Давайте проверим ответ. Array от 1 до 10 of string. Отметьте себе правильность или неправильность ответа. Следующий вопрос. Какой числовой промежуток задан для элементов массива? Рандом 34 плюс 27. Напишите этот диапазон. Я хочу услышать ответ сержанта. Числовой промежуток равен от 27 до 60. Почему? Потому что от 0 плюс 27 будет 27, и от 33 плюс 27 будет 60. Кто еще с ним согласен? Действительно, здесь диапазон от 27 до 60. Давайте следующий вопрос. У нас задан массив А, нужно определить, что получится в данном коде. Чему будет равна переменная S? Правильный ответ 9. Поднимите руки, у кого ответ совпал с правильным. Хорошо. А что вообще проверялось в этом условии? Здесь находится сумма чисел больше 3, меньше 8. Хорошо. И последний вопрос. Укажите значение элемента А5. Какое значение будет у элемента А5? Варианты ответов 18. Еще варианты ответов. Айжан, у вас что получилось? 3. 3. На самом деле ответ 3. Почему? Потому что когда i равно 3, 2 умноженное на 3 минус 1 это 5. И в итоге получается а 5 равно 3 данного массива. Поэтому здесь этот вопрос оценивается в 2 балла. Хорошо. Итак, давайте, вы уже себя проверили. Посчитайте, пожалуйста, количество плюсов. Итак, Ернар, давайте, ребята, запишем результаты нашей таблицы, наших достижений. Ернар. 5. Санджар. 5. Жайнагуль. 6. Олжас. 4. Угу. Ахтолкан. 7. 7. Айжан. 8. 8. Молодец. Сержан. 7. И Дамир? 5. После разминки мы начинаем свое исследование. У нас есть 4 пары, которые выбрали определенные темы. Итак, ребята, этап разминки закончился, и мы переходим на станцию исследователей.
На этой станции мы должны самостоятельно проделать исследование. Я хочу, чтобы каждая пара подошла ко мне и выбрали свои задания. Подходим. У нас 4 пары и 4 задания. Любой алгоритм сортировки массива определяется эффективностью. Критерии оценки эффективности этих алгоритмов могут включать следующие параметры. Количество шагов алгоритма, необходимых для их упорядочивания, количество сравнений элементов и количество перестановок, выполняемых при сортировке. Все методы сортировки можно разделить на 2 большие группы – прямые методы сортировки и улучшенные методы сортировки. Прямые методы сортировки по принципу, лежащему в основе этого метода, разделяются на 3 подгруппы – сортировка вставкой, сортировка выбором и сортировка обменом, так называемая пузырьковая сортировка. Ребята, я предлагаю ваше исследование выполнить на постере. В принципе, вы можете использовать другие ресурсы, такие как Google Ads, или сделать собственную презентацию и использовать материалы, которые есть в папке, расположенной в Edmodo под названием «Сортировка массива». Пожалуйста, возьмите постеры, возьмите фломастеры сейчас у меня и приступайте к работе. Изучите метод пузырьковой сортировки. Объясните, почему назвали сортировку методом пузырька. Продемонстрируйте на модели, как происходит сортировка. Изучите программу метода пузырьковой сортировки. Представьте блок-схему этого метода. Исследуйте метод выборки. Объясните, почему он так был назван. Продемонстрируйте на модели, как происходит сортировка. Дайте характеристику методу пузырьковой сортировки и метода выборки, то есть вам нужно исследовать их плюсы и минусы. Приступайте к работе. Нам нужно узнать плюсы и минусы метода сортировки и выборки. Лучше будет сделать бабуас. Как ты думаешь? Я тоже так считаю. Нам нужно продемонстрировать на модели, как происходит сама сортировка. Я тебе предлагаю выполнить это на шарах. Наша задача – это написать базовый алгоритм метода пузырьковой сортировки и нарисовать блок-схему. Давай сделаем его быстро. Ришан, давай сделаем презентацию? Может, лучше быстро, так будет быстрее. Ну, давай. Ребята выбрали разные способы представления своих результатов исследований. Я рекомендую вам использовать отличный ресурс для демонстрации алгоритмов сортировки массива visualgo.net. Он позволит визуально представить процесс сортировки массива. Кроме этого, в помощь своим ученикам предлагаю для изучения опорный конспект, в котором представлены 3 вида алгоритма сортировки массива. Идея пузырьковой сортировки заключается в следующем. Пузырек воздуха в стакане воды поднимается со дна вверх. Для массивов самый маленький легкий элемент перемещается вверх. Пузырьковую сортировку можно реализовать в программном коде разными способами. Сравниваются попарно 2 соседних элемента. Если первый элемент будет больше второго, они обмениваются местами. Также существует метод пузырька с флажком, а флажок служит знаком, который показывает, отсортирован массив или нет. Алгоритм выборки относится, как и метод пузырька, к неэффективным алгоритмам, когда речь идет о массивах с большим количеством элементов. Его идея очень проста. Среди элементов массива находится минимальный, который обменивается с первым, а из оставшихся элементов также находится минимальный, который меняется со вторым элементом массива. Таким образом происходит сортировка всех элементов массива. Наше путешествие дошло до станции «Круглый стол». Как же со своими исследованиями справились учащиеся? Мы делимся с тем,
что исследовали за это время. Для демонстрации своих работ ученики выбрали разные способы. Метод выбора – это алгоритм сортировки массива. Идея метода выбора состоит в том, чтобы создать отсортированную последовательность путем присоединения одного элемента за другим в определенном порядке. Здесь мы показали упорядоченность в виде к минимальному до максимального. То есть это наша исходная последовательность. Далее первый шаг мы нашли самое минимальное значение, то есть 2. И здесь 2 поменяли с четверкой. Далее самое минимальное количество является тройкой. Мы поменяли 3 с девяткой и 9 ушло на место тройки. Дальше минимальное количество 4. 4 меняем с семеркой. Далее 6, 7 и 9 остаются на своих местах, так как они уже стоят по определенной последовательности. Ребята, у кого есть вопросы? Почему этот метод называется методом выбора? Данный вид сортировки называется методом выбора, так как сначала выбирается самое минимальное или максимальное число, а затем оно уже меняется местами с другим числом. И так идет дальше, пока весь массив не отсортируется. Изучите метод пузырьковой сортировки. Объясните, почему назвали сортировку методом пузырька. Продемонстрируйте на модели, как происходит сама сортировка. Если в воде находится пузырек с воздухом, то постепенно он всплывает вверх. Также аналогично в массиве самые легкие элементы всплывают вверх. Мы используем сайт visualgold.net. На этом сайте есть все виды сортировок, и мы хотели бы остановиться на методе пузырьковой сортировки. При нажатии Create мы можем заполнить массив определенными элементами и выбрать сам вид сортировки по возрастанию или же по убыванию. При нажатии Create, затем, когда мы нажимаем Go, происходит последовательное попарное сравнение между элементами массива. Если же пары находятся в неправильном порядке, они меняются местами. Это условие происходит до тех пор, пока сам массив не будет отсортирован. Одна из групп для представления своих результатов выбрала интеллект-карту и выполнила ее с помощью одного из онлайн-ресурсов, который я вам также рекомендую. Мы исследовали плюсы и минусы двух методов сортировки, метода выборки и пузырьковой сортировки. Для своего ответа мы использовали ресурс BubbleUS и создали в ней интеллект-карту. Если говорить о методе выборки, она имеет достоинства и недостатки. Одним из недостатков – это неэффективный для больших массивов. А если говорить о достоинствах, он потребляет меньше ресурсов памяти. Еще одним недостатком является неэффективность по времени. То есть, вне зависимости от исходного положения элементов массива, он проверяет условия множество раз. То есть, даже если массив сортирован, он проверяет цикл до конца. Если говорить о методе пузырька, его одним из достоинств является простота, также он понятен для каждого пользователя. К недостаткам относится то, что он эффективный для больших массивов. Пузырьковые сортировки имеют такие же недостатки, как метод выборки. То есть эффективность для больших массивов и эффективность по времени. Мы представляем Google схему метода пузырьковой сортировки. В методе пузырьковой сортировки используется вложенный цикл for to do. В внутреннем цикле происходит сравнение двух соседних элементов. Если условия выполняются, тогда происходит обмен двух соседних элементов, и они меняются местами. Этот цикл будет повторяться n-1 раз. Согласно карте путешествия, мы на тренировочной станции. Здесь мы закрепляем понимание идей двух алгоритмов сортировки. Для этого мы тоже использовали онлайн-ресурс, ссылку на которую я вам также предлагаю, чтобы проверить себя. Этот ресурс называется goconquer.com.
ребята, наш круглый стол завершился, и я предлагаю вам перейти к следующей станции, тренировочное упражнение. Возьмите, пожалуйста, свои стикеры, напишите на них свои имена. Так, ваша задача. Это небольшое формативное оценивание. Поставьте цифру 1, вам просто нужно ответить на вопрос. Первый вопрос. Какой метод сортировки здесь представлен? Напишите ответ. Какой метод сортировки здесь представлен? Все записали ответы? Да. Айжан, скажите, пожалуйста, какой метод сортировки здесь представлен? Метод пузырьковой. Метод пузырьковой сортировки. Да, действительно, ответ правильный. Поставьте себе плюс или минус. Следующий вопрос. Какой метод сортировки здесь представлен? Будьте внимательны. Если ответы готовы, давайте себя проверим. Это был метод выборки. Поднимите руки, у кого ответ был верный. Хорошо. Следующий вопрос. Итак, здесь вам необходимо дописать код. If сравнение двух элементов массива Zn, и здесь необходимо дописать код перестановки этих элементов между собой. Дописывайте код. Давайте, ребята, проверим ответ. Да, действительно, этот алгоритм состоит из трех шагов. Поднимите руки, ребята, кто сделал ошибки в этом коде. Где ты ошибся, сержант? Я присвоил R и значение T. Наоборот, поменял местами. А что нужно сделать, чтобы не ошибаться в таких алгоритмах? Какой есть хороший способ не ошибиться в этом алгоритме? Дамир? Я думаю, что, чтобы не ошибаться в этом коде, нам следует нарисовать схему и представить это в реальном, чтобы представить это в реальном времени. Хорошо, абсолютно верно. Ребята, последнее задание. Во-первых, вам нужно вписать код в недостающих местах по цифре 1, по цифре 20, по цифре 3. При внимательном изучении этого алгоритма вы определите, к какому методу сортировки относится этот алгоритм. Ребята, как вы думаете, какой алгоритм представлен здесь? Дайнагуль? Метод выборки. Ребята, давайте проверим свои ответы. И посчитайте, пожалуйста, количество правильных ответов. Сержант, ваш результат? 7 баллов. И Дамир? 6 баллов. 6 баллов. Ребята, на следующем, на втором уроке мы с вами будем программировать, то есть практиковать эти два метода. А сейчас я попрошу сделать рефлексию урока. Давайте сделаем рефлексию того, что сегодня мы с вами изучили. Цель этого урока носила теоретический характер, где мы знакомились с особенностями и идеями алгоритмов сортировки. На следующем уроке мы начнем программировать эти алгоритмы, а также изучать метод бинарной сортировки массива. Ребята, спасибо за внимание. И свой урок я хотела бы закончить словами Джорджа Горетти, который сказал: «Для начала изучите теорию, затем приобретите собственный стиль программирования и, наконец-то, просто пишите код».